Я с ним сделаю ужасные вещи, бабуля. Ужасные. Смотрите, стоит. Стоит такая, устрашает меня. Меня. Того, кто просто кидает через хрен 10 раз уже, и ее деда вместе. А теперь я двоих их поимел. А теперь она думает, что она будет устрашать меня одна. Одна. Нет, Грэнни, сегодня внучок не по зубам тебе будет, бабуля. Давайте difficulty сделаем на харде. Ой, забыл. Всем хай. С вами Юджин. Мы сегодня играем в Грэнни первая часть. Я тот самый летсплейщик, друзья, который уникальный в своем роде, потому что я 2 года назад начинаю игру, и потом ее заканчиваю через 2 года. Ух ты, кстати, этой заставки я никогда еще не видел. Она страшная. Вот если бы мне надо было сейчас играть, мне было бы чертовски неприятно. Ой, смотрите, какой домик, и классный, я пойду. Это лучше, чем не идти в домик. Ой, кто там? Кто там? Ой! Ладно. Хорошо, у меня нет смешных комментариев на это, по поводу этой заставки, потому что все очень серьезно. Никакой смехоты здесь я не вижу. Че смеешься ты, а? Перестал быстро. День первый. Фонарик. Слушайте, этого стола здесь не было. Грэнни по Икее покаталась, чувствуется, да? Вот здесь мы стоим и ждем. Слушайте, стало как-то темнее в этой игре, по-моему. Как мне смотреть через щель? Плохие щели. Мне надо заставить ее открыть дверь. Только одним способом. Оп. Буянством, конечно же. Вот она зашла, зашла. Невозможно же наблюдать за ней. Ну где вот она? Как понять? Что это? Как темно, блин, стало. Тихо, 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 тихо. Шустренько, шустренько, шустренько. Кровь. Я бы вот сюда зашел. И да, дверь... Ой, я мимо. По-моему, она меня видела, да? По-моему, это ее глазки были. Евгений зря выпендривался. Бабуль, вы где? Где обитаете? О май гад! О май гад! Закрыть! Мать! Мать, 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 мать! Сволочная дверь! Черт возьми! Она меня обдурила! Какой взвизг! Серьезно, я не придуриваюсь. Я не притворяюсь, я визжу по-настоящему. Как настоящий мужчина. От сердца, понимаете, идет вопль трусливый. Я помню, здесь мы можем вот так... Опа! Все, бабуль! Интересно, сможет через эту коробку? Блин, блин! Пожалуйста, пожалуйста, она сможет! Да по-любому сможет! Бабка... Она умна, она знает, что можно через перил ударить. День четвертый. Я играю 5 минут. Но сейчас я так хоп, туда пошла. Теперь заходим. Блин, коробки. Как посмели вообще. О май гад. Хорошо. Так, мы это помним, да, здесь открывается. О, мишка. Что это такое? Часть шотгана. Здесь тоже это есть. Нам надо мишку взять. Он же стратегически важен нам. Смотрите, где кинула. Капкан. Ой. Я его толкнул. Еще два кинуло, чтобы наверняка. Вот как мне от него теперь избавиться? Я по-любому напарюсь, да, на него, когда... Воу! Сел! Как быстро она пришла. День пятый, вы че, ребят? Вот проблема большая, что эта часть гораздо темнее, по ощущению. И гораздо сложнее. Сделали легкотню, вот я и прошел. А тут настоящий челлендж. Weapon key. Быстро вниз, быстро вниз, быстро. Сволочь! Чертов... А! Не задел. Замечательно. Живем. У меня всего 1 жизнь осталась. Я сейчас возьму мишку. Сюда его кинем. И придется потом бежать. Ой, потом придется бежать. Как страшно мне будет, вы не представляете. Что это? Что за место? Weapon key. А он здесь все это время был. Блин, скорей. Я могу дротик заюзать, но стоит ли мне? Стоит ли мне прямо сейчас это делать? В кармане может быть всего 1 дротик. Точнее, он даже не в карман не положился, он упал ведь. Нет, еще рано. Воу! Даже вот так происходит. Оп! Ты сама напоролась на свой же капкан. Ты дура. Играешь как нуб. Нуб! Ну что, ребят? Я псих. Тут коробка! Пожалуйста! Пожалуйста! Сволочь! В какую сторону? О, блин!
Я запутался! Вот сюда! Она не зайдет ведь, правильно? Она же не зайдет сюда. Так. Где она? Надо заставить прийти сейчас вот в эту сторону. Папуль! Кажется, идет. Теперь бы вот побыстрее бы. Побыстрее бы. Давай, факин. Фу, все, нормуль. Ага, я помню эту записку, читали. Если хотите посмотреть эту записку, что там написано, вот предыдущий выпуск, надо зайти вам и посмотреть их все. Вот мы и вышли на улицу. О, кто это сделал? Кто это сделал? Само по себе. Быстренько, быстренько, быстренько. А, вот здесь нужна будет ручка. Здесь, по-моему, мы можем спрятаться. Кайф. Здесь нужен будет замок. Не кайф, а это что такое? Это... О, что, вперед из песней? А не зря ли я это сделал? Я поставил себя в очень уязвимое положение. Но этого места никогда раньше не было. А значит, его нужно проведать обязательно. Какое неприятное. Ой. Закрыто. А куда придем? О, какая мерзкая картина. Так это дополнительная изба. Я вообще не знаю, откуда это. Что это за место такое? Опа, бензинушка, это нужно. Ну, кстати, отсюда только один выход-то получается, да? Ворона? Ворона? А что за ключ? Ой! Блин, каркнула. Спалила меня. Как-то куда мне спрятаться-то можно теперь? Она пришла. Вот здесь можно спрятаться, вот здесь. Здесь. Друзья, страшные. Блин, чертов пол, я же шел, крался. Баганое говно. Вот здесь, конечно, нечестно. Но это не оставляет мне шансов. Невозможно. Патроны от шотгана. Хорошо. Че за отстой? Я думал, она просто включит и задушит меня выхлопными газами. Или своими. Ладно, я просто сейчас вырежу вот то, что я сделал. Никто не узнает. День первый. Ладно, давайте сначала весь дом изучим. А то мы сразу ушли в какие-то непонятные места, какие-то дебри. Куда она пошла? А, тогда мы вниз. О-о. Ой, черт. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Закрыто. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, тут не хватает чего-то. А тут что? Отстой. Блин. Повсюду ключи нужны. Ладно, она сейчас придет туда, а мы как раз таки пойдем, выйдем на улицу. Что это? Опа. Я не помню, для чего оно нужно, честно. Вот сюда еще надо пройти. А так, это мой шанс. Это мой гребаный. Ух ты, как интересно. Здесь можно спрятаться. Куда ведет? Громко. Это было громко. Давай, давай, давай. Май гад. Вот твой мишка. Я с ним сделаю ужасные вещи, бабуля. Ужасные. За ширмой. Вот здесь, чтобы ты не видела. Но фантазировала самое ужасное. Женек, ну ты же не будешь на самом деле ничего со мной делать. Ну конечно, нет. Это всего лишь игра, игра. А мне как-то не хочется так с бабулей поступать. Она все-таки мой хозяин. Да, но ты можешь стать моей игрушкой. И я обещаю, буду каждый день тебя набивать ватой. Что-то не очень заманчиво звучит. Есть план. Просто смотрите и учитесь. Гад, 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 мой гад, мой гад. Вот, аккуратненько, Мишка, стой, 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 не глюч меня тут. Она видит меня. Все, глаза побелели снова, катаракта вернулась. Побежали смотреть дом. Быстренько, быстренько. Нужная штучка. Крутись, говно. Че это? Костыль? А, молоток. Так, молоток, ты будешь здесь лежать, Мишка. Давай. Что это? О, скрюдрайвер нужен. Все это будет у нас, друзья. Но сначала... Вот сюда. Че за ключ-то вообще взял? Куда я его швырнул? Ключ! Он просто куда-то... А, вот где. Weapon! Блин, я опять кинул его. Эту кнопку. Вон он лежит. Хорошо, все. Я и хотел это сделать, чтобы она пришла. А, пахнуло из-под платья. О, да, я помню, мы здесь ходили. Однако вот тут особо негде спрятаться, разве что вот тут. А? Это у нас внизу что? Уп, это ванная. Мне сюда не надо. Блин. Мать.
черт! Я хотел просто попробовать. В предыдущих частях получалось просто скидывать, самому оставаться наверху. А, вот она здесь, хорошо. Давайте рискнем. Ладно. Была не была. А. Громко. Она была здесь! Опа! Все, ключ не нужен. Надо аккуратненько. Незаметно. Как тихий-тихий шепот. Просто взять и зайти обратно. Ладно, гоу вниз с Мишкой, мы тобой приманим, окей? Ну, конечно же, окей. Вообще-то я не согласен. Заткнись, Мишка, мы приманим тобой. Вот, бабуль, теперь медленно расслабься, все нормально. Отпусти. Ты максимально... Блин, какой ты урод, запорол мне все. Понял? Так, давай дубль два. Бросаем. Каково это чувствовать себя беспомощной, а, бабуль? Наверное, очень обидно. Кусок рисовалки. Пойдемте вниз, а сразу применим. Повторяем трюк. Теперь это вот моя тактика. Опа! Надо что-то открутить. Ой, блин, я не помню. Смотрите! Тайна! Тайна! Мы можем на машине уехать отсюда. Вот для чего нужен этот газолин. Это что, банька? В баньке-то ничего же нету. Part of shotgun! Значит, у нас есть... От дробаша в двух местах. Их надо будет соединять внизу. Нужна еще одна деталь. Тут что нужно? Padlock key. Стоп, вот мы еще вот это не использовали. Для чего это? Без понятия. Что за? Зачем это? Фиг его знает. Ладно, теперь по первому этажу надо побегать. Боже мой, как жутко. Столько диванов стоит. Столько спален. О, блин. Чертовски плохо. Вот это сейчас было. Мама. Черт. Блин. Откуда она? Фак, 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 на лету поймал. Ага. Далее нам нужно все-таки нормально расшарить эту комнату. Точнее, все эти комнаты. Вот совсем не хочется мне... Смотрите. Да все равно, ему все равно. Урод. Сливаешь мне просто всю игру, всю катку. А, нет. А, нет. А, нет. Забей. Может быть, нет. А не договориться со мной. Что же делать-то, а? С той стороны не пройти, поскольку там провод все время тут мешается. Может быть, его как-то можно обезвредить? Обеспроводить. Нельзя обеспроводить. Как только хрустнем полом, сразу встаем, бежим на кухню. Берем, в общем, все, что под руку, и бежим обратно. Как-то сейчас тихо идет. Евгений, тихо идет. Есть. Хоп, заюзали. Хоп, обратно. В норочку. Есть. Есть что? Нет, еще. Наверное, это ключ от двери, да? От самой главной двери. Ну что ж, давайте, друзья, добьем кухню сейчас полностью. Мы здесь. Мясо? А еще набуянить могу. Мясо! Мясо! Нафиг надо? Надо идти... туда, в тот дом. Но я не пойду туда один. Я возьму с собой арбалет. Вперед в неизведанное, черт меня дери. Кот. А здесь что? Ой-ой-ой. Да, да, надо, надо. Слив. Какой кривой выстрел. Я же не знаю, я думал, он по прямой полетит. Я же не знаю, что здесь физика крутая. Ну и как мне теперь отсюда выйти? Бесполезное говно. Что это за место? От дробаша. Нужен молоток. Блин. Ладно, помним. Нужен. Смотрите, где мы. Мы вообще в очень удобном месте, оказывается. Хо-хо-хо. А, вот, ты для этого нужен. Здесь и будь чудо-карточка. Ну, пойдемте посмотрим, как эта штука работает. Какую тайну она нам откроет. Хреново. Хреново. Эй.
Эй! Почему? Мрс, какое глючное говно. Как ненавижу. Быстро. Специальный ключ. Все будем складировать здесь. Надо попробовать мастер-кей на двери. И вот эту штуку тоже посмотреть. Но сначала заберем последнюю часть дробовика. Хорош. Что ж, давайте потестируем наши ключи. В принципе, как я понял, осталось третий этаж осмотреть. Помним, что она там капкан кинула. Давайте аккуратненько. Вот капкан. Хорошо, бабка, хорошо. Сначала нужно его, оказывается, взять. Здорово. Сначала арбалет, видите ли, нужен. Вот так. Сдохну тут таскаться туда-сюда. Так, смотрим. Окей. Чуть-чуть выше, значит, да? Есть. Крой, мать твою. Что это такое? Скелетон. О! Окей. Она спускается. Хорошо, что не задержался там. Дурак. Все, какой-то прогресс есть. Накидала. Ты что, обалдела? Я не смогу отсюда вылезти. Ладно, давайте попробуем. Так. Тварь. Доселе невиданные чувства. Ощущения в моем теле просыпаются. И они дрючат меня. Не могу. Это ужасно. Давайте на всякий случай посмотрим, что вот это такое. Freeze trap. Если бабулька встанет на нее, она замерзнет. Как классно ты поставила капкан. Креативно. Блин, что ж там в арбузе будет? Надеюсь, что-нибудь полезное, потому что я что-то не могу никак продвинуться. Кучу предметов нашел, но нигде их не могу применить. Падлок. Применяй. Ай, хорошо. Ключ от кукольного домика до сих пор не найден. Надо наверх идти. Я не знаю, что мне понадобится наверху, поэтому я просто туда сбегаю, все там посмотрю, приманю туда бабку и спущусь через ванну и сбегу. Это будет грамотным ходом. Специальный ключ. Хорошо. Молоток. Черт. День второй. Ну ладно, все там, все на месте. Молоток и специальный ключ, два предмета. Так, что же взять в первую очередь? Давайте возьмем ключ. Музыку, пожалуйста. Вот, отлично. Оп, и знак отцу. Вроде не идет. О, мама, еще патроны. Надо было дробаш с собой брать. Что за ми... Что за говно? Блин, какой слив, обидно. Да, я иду. Видали, что нашел? Блин, ну какой сраный паук, а? Может быть, ему кусок мяса, наверное, нужен. По-любому кусок мяса. Или вороне кусок мяса. Кому из них нужен кусок мяса, я не знаю. Так, ворона. Понятно. Надо принести сюда будет последнюю часть мозаики. Ну, давай. О, блин, еще одну нужную часть. Окей, план теперь такой. Нам надо брать Мишку и идти наверх с молотком. Можно. Побежали. Не скрипи, вонючий пол. Есть. Где бабка? Не знаю. Да, блин, нет. Да. Что здесь? Блин. Зачем мне нужны эти палки? Преодолеть препятствие. Давайте попробуем преодолеть это препятствие. Хорош. О, мама, год. Есть. Люлька. А. Ну, вы комментариями спалили уже, что это значит. Поэтому... Я знаю, что нужно туда Мишку отнести, и будет что-то там произойдет. Короче, туда нужно Мишку. Катинг плащ, дай сюда. Кину сейчас вниз. Я предлагаю... Очень мягко идти. Ой, блин. Ой, нет. Только бы мне не закрылось же здесь. О май гад. Ау! Что это? Катит плайерс нужны. А я вообще выйду отсюда теперь? А-а-а.
глупо было. Это было так глупо. Там вторая шестеренка. Я без понятия, как... А, ну ее с помощью вот этого cutting pliers нужны. Блин. Четвертый день. Давайте подумаем. Значит, что нам нужно? Что мы осталось сделать? Можем затестить кусок мяса? Да. Убежали. Музыку! Даже и не знаю, получится у меня говно это или нет. Черт! Надо было туда положить. Как теперь-то быть? За резачками вниз. Вот прямо. Вниз. Нормально. Ладно, это в следующий раз. Здесь. Потом на главной двери нужны. И нужны в самом верху. Быстренько. Хоп. Не знаю, для чего эта штука нужна. Я в ванной видел, кстати, еще фотку. Давай, гоу, Евгений. О, вниз. Аккуратней, капкан. О. Погодите, стоп, стоп, стоп. Сначала все эти процедуры. Все необходимые процедуры. Идем неплохо. Столько всяких предметов. Столько еще всего надо заюзать. Все, последний кусочек пазла. Что дало? У нас бонусный день появился. Вот что. План пойти наверх с винтовкой. Побежали, побежали, побежали. Капкан. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. В принципе, мне нечего бояться. У меня есть оружие. Если она сунется на меня, я всажу ей пулю. Я всажу, да. Да, тут еще полно пуль. Я все всажу. Паук? Блин, как же я попал жестко с этим пауком. Кусок мяса надо в тарелку положить, наверное, да? Но благо мне еще один день экстра. Ну а толку мне с этого дня? Как же ж быть-то? Есть. Окей, что делать? Хорош. Минута 30 секунд. Пусть будет здесь кусок мяса. Как нажать? Считается? Что это? Ключи от домика. Нет! Нет! Денек еще один остался. Кусок мяса все, задействован. Паук больше не вылезет отсюда, потому что мы его закрыли с помощью кнопки. Это можно было сделать и сразу. Ой, друзья, нам немного осталось. Мы почти все. Что, бабка, сышь, да? Чувствую, как ты сышь, я чую. Как ты сышь. Просрать мне. Это сейчас случится. До сих пор не знаю, для чего вот эти штуки нужны. Вот они для чего. У меня их теперь две. Есть. Ну, смотрим. Spark plug. Эта игра хочет, чтобы мы с вами с помощью машины свалили. Тогда нам нужно бензин брать. Там же какая-то штука наверху стоит. Ее можно сбить. Вот там, на полке. Сейчас нам нужно забрать арбалет. Кстати, от ручек. О, он работает. Они многоразовые. Прекрасно. Тогда сейчас приманим ее в эту сторону. Пойдем туда. Как сложно. У меня последний день бонусный. Благо я собрал эту чертову фотку. Транквилизатор, ворона. Ее грохнуть можно наверняка. Есть. Отвертка. Наконец-то. Ох, мы сейчас кого-то будем иметь. И в хвост, и в гриву. Ключ от машины. Оказалось, нет! Руби! Руби я заслужил! Я, боже мой! Вы не представляете, а у меня была мысль, а может быть подождать, приманить ее мишкой и быть уверенным, и потом только действовать. Потом думаю, нет, там вот он рядом лежит, этот арбалет. Ведь я мужчина. И пойду плакать только, когда выключу камеру. На сегодня мы с вами заканчиваем. Мы никогда
не сдаемся. В следующий раз мы с вами все четенько, вот так вот сделаем, потому что все тактики есть, все тактики понятны, все очень просто. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, все равно я заслужил лайк. Я не смотрел прохождение, друзья, поэтому я играю мозговито. И чтобы было честно, мы в следующий раз поставим все-таки на хард. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. С вами был Юджин. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Остановитесь доску своими. С вами был Юджин, и всем пять!